Вот. Здесь и на 20 лет сложно загадывать, на 100 невозможно, а уж на 1000 это просто совсем, да? Вот. На каком уровне у нас произойдет интеграция людей с машинами, это же дело ближайших столетий, да? Очевидно. Что? Не, ну интеграция прям. Харари пишет, что буквально 50 лет. Харари это болтовня, ну, абсолютно бессодержательная. Об интеграции. Да, нет, ну не важно, нет, ну я даже. Нет, здесь, вот, Харари это просто такая, ну, самая пустопорожняя болтовня. Попсня совершенно. Поэтому это вообще, так сказать, смешно. Где все факты, которые противоречат его теории, просто выкидываются, не упоминаются. Упоминаются те факты, которые как бы поддерживают его теорию. Но, понимаете, выбрать половину фактов из истории можно поддержать все, что хочешь. Ну, он же для кого-то писал. Ну, не социальный заказ. Конечно. Но не для кого-то, не для Васи, для Миши, а для социума определенного, который определенного смотрит. Этот социум называется глобализм. Собственно, эту идею он и обслуживает. И поэтому, поскольку этот заказчик, который называется глобализм, очень богатый и очень, так сказать, сильный, то он получает максимальную поддержку. Хотя начни критически рассматривать, просто все рассыпается сразу. Вообще сразу. Но когда ну, производит впечатление, что? Когда читаешь, но когда Харари читаешь, производит впечатление. Интересно. Конечно, интересный, талантливый, только нужно выбрать половину фактов, и ты можешь доказать все, что хочешь. Когда я говорю, что Харари выбирает те факты, которые ему выгодно, это значит, что из признанной истории, из признанных научных фактов исторического развития Харари отбрасывает все, что ему не соответствует. Из чисто исторических данных. Поэтому, когда я говорю, что Харари это попса, это не в том смысле, что он с религиозной точки зрения попса, а в том, что он с научной точки зрения попса. То есть, просто игнорируется половина фактов.